Всем привет! Вот, наконец-то, я на него добрался. Это «Еда человека» и это выпуск про лимонад. Лимонад водкинский, вот он. Вот он, водкинский лимонад. И сейчас я про него поподробнее расскажу. Вот, все пили какой-то там лимонад вообще в своей жизни. Ну, разные они бывают, эти лимонадики. Ну вот, я помню давным-давно, когда-то в детстве, еще там времена там Советского Союза, грубо говоря, так, ну в 90-х вот так, был еще вот этот старинный лимонад в таких бутылках-чебурашках. Помню, что он был довольно вкусный, с такими наклеечками, как, не знаю, чем-то мне напоминали они этих солдат французской армии Наполеона Бонапарта, когда у них такая медалька, не медалька, но, в общем, металлическая фигня висела, такой же формы вот были этикеточки, вот, на бутылках, только не с вытянутым горлышком, а такие, как чебурашки. Вот, потом этот лимонад пропал, и не было вообще ничего нормального. Были всякие Алисы, еще вот тому подобные газявы, ну, газировки имеется в виду, но все они были такого паршивого химического вкуса, что я их практически не пил. Пил, конечно, но не любил никогда. Вот, отдельно потом были соки всякие разные, но это не лимонад, это не газировка. Вот, и, конечно же, отдельно можно считать там спрайт, 7-Up, они вообще какие-то сами по себе, они не похожи на лимонад. И вот, сейчас, конечно, снова стали появляться разные-разные лимонады в стекле, там, в бутылке, дорогие, дешевые, всякие разные, но примерно года 4 назад, или 3, наверное, больше, в 2010-м, летом 2010-го, в 2011-м появился такой лимонад. Опять же, к сожалению, я скажу, что это чисто удмуртский продукт. Вот поэтому многим, наверное, моим зрителям вряд ли где-то удастся, я не знаю, экспортируют его куда-то или нет, делается в маленьком городе Воткинск, поэтому так и называется «Воткинский лимонад». Короче, я его совершенно попробовал в такой стеклянной бутылке, то есть не в пластике, ничего. Правда, сейчас его стали делать и в пластмассе тоже. Вот. Но эталон – это такая вот стеклянная бутылочка. Вот, зацените. Воткинский лимонад, напиток. То есть это именно газировка. Лимонная газировка, что-то хреново фокусируется. Сейчас я... Вот, состав, как обычный у всех таких газировок. Вода специально подготовленная. Сахар, двуокись углеродов. Композиция для купажа напитка лимонад, кислота лимонная, натуральный сахарный колер, консервант, бензоат, натрия. Ну, в общем, ничего такого сверхъестественного. Но я вам скажу, как только я его попробовал, я решил, что это он. Это тот самый эталон лимонада. Вот именно такого вкуса и должен быть настоящий лимонад. Раньше была обычная крышка, сейчас он они стали делать вот тоже такую красивенькую, водкинский лимонад, потому что это уже практически бренд, потому что где-то уже, если в 2010-2011 только-только он появился, то примерно в 2013 я мог совершенно там от разных друзей услышать, типа, вот там я шел, попивал водкинский лимонад, или там еще что-то, пойдем попьем водкинскому лимонаду, посидим на улице. Я помню еще, когда он мало где встречался, только на определенных заправках, я как-то ездил в командировку в Пермь и возвращался через Воткинск, и даже специально попросил водителя заехать там в Воткинске в какой-нибудь продуктовый магазин, чтобы там у них купить водкинского лимонаду. Ну, я его там и купил. Потому что водкинский лимонад. Ну, он реально вкусный. Это вот реально сочетание сахара, воды. Ну, понятно, там все это за счет различных ароматизаторов, но вкус вот прямо отличный. Он никакой не горький, не слишком кислый. Ну, самое то, сложно это сказать, но это вот лимонад такой, какой должен быть настоящий лимонад. В общем, я всем советую попробовать то. На самом деле, на вкус и цвет товарищей нет. Я уверен, что всем нравятся разные напитки. И может быть есть куча всяких, на самом деле, реально вкусных лимонадов, просто я их не пробовал. Но вот, на мой взгляд, то, как должен быть по вкусу настоящий лимонад. И круто, что он в наше время есть и продается.
И пока он еще не испортился, потому что, вы знаете, начинают нормально что-то выпускать, потом жадность все-таки берет вверх, и когда продукт уже более-менее популярный, начинают халявить и закладывать туда уже там, ну, хуже компоненты, экономить на том, на сём. И вроде название осталось то же самое, все привыкли, что это качественно, но на самом деле все хуже и хуже становится. Вот здесь пока такого не происходит. Пока воткинский лимонад реально самый вкусный лимонад из тех, которые я знаю. Всем советую. Пока, давайте подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И до скорых встреч!